Бесплатный фитнес в Люберцах. Тренировки для всех желающих проходят в парках Наташинские пруды и Малаховское озеро. На одном из таких занятий побывала и наша съемочная группа. Каждое воскресенье Алена Ткачева к 10 утра приходит в парк Наташинские пруды на танцевальную тренировку. В компании подруг девушка поддерживает физическую форму и заряжается позитивом. Удобное время, можно потанцевать, расслабиться, получить заряд энергии на целый день и потом еще целый день чем-то заниматься своими делами. Поэтому стараюсь каждое воскресенье здесь быть. Тренировки проводятся на свежем воздухе для всех без исключения. Основное требование – наличие спортивной формы и хорошего настроения. Абсолютно нет никаких противопоказаний, потому что в наших танцах есть опции более легкие, более сложные. Вы всегда можете выбрать вариант и двигаться в том темпе, который для вас комфортный. Занятия разные. По выходным – танцы, в понедельник – силовые упражнения, в среду – йога. Тренировки подходят как новичкам, так и опытным спортсменам. Для любого уровня подготовки тренер подбирает нужные упражнения. На каждое занятие собирается 20-25 человек. Ориентируемся на контингент, который пришел заниматься. Если это детки, можно сделать движения более легкими и показать сложную опцию для взрослых. Это всегда драйв, это всегда весело, это всегда зажигательно и полезно. Бодро очень, бросать курить надо. Для меня это, ну, просто чудо, потому что я совмещаю в одной тренировке два направления. Испанский язык, я преподаватель испанского, и танцую. Супер! Приходите! Занятия бесплатные и не требуют предварительной записи. Расписание можно узнать в социальных сетях парков Люберец. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.